Так, Виктор, ну, согласитесь ли вы тем, что в достижении очков последние туры команда испытывает какие-то сложности? С чем это связано? Ну и впечатление сегодняшней Атлетики. Ну, скажу так, последние сложности связаны, скорее всего, с тем, что еще состав наигрывается, в разъездах некоторые ключевые игроки, и последние туры даются нелегко. Ну и удаление у нас было с игроками, поэтому кадровая проблема. Атлетика сегодня довольно-таки грамотно оборонялась, ловила нас на контратаках, у нас тоже не все получалось, поэтому такая игра получилась. Спасибо.